Приветствую, друзья! С вами Евгения Тарой, сайт MagExpert.org и проект «Карта дня». В июне у нас в этом проекте участвует оракул «Карты даров». Для того, чтобы получить совет от этих карт, загадайте сейчас одну цифру – единицу, двойку или тройку. И мы посмотрим, каким будет сегодняшний день. Итак, единица, двойка и тройка. Итак, давайте знакомиться с этими картами. Что же досталось единичкам? Вот такой вот дирижабль, а сверху какой-то человек в небе на этом дирижабле движется вперед. Называется эта карта «Ванна небесная». Что будет? Вы прошли через серьезные испытания. И они приблизили вас к сбыче ваших мечт. Но теперь, чтобы в ближайшем будущем насладиться ими по полной программе, вам нужно расслабиться и снять накопившееся напряжение. Ну, действительно, очень многие так стремятся к достижению своих целей, что по пути просто забывают отдыхать. И иногда, придя к цели, просто не могут даже обрадоваться как следует, потому что они слишком уставшие. И если вы заметили, что вы подустали, просто насладитесь сегодняшним днем. Позвольте себе отдохнуть и расслабиться. Что делать? Просите помощи у четырех стихий, если вы почувствовали, что энергия на исходе. Проведите вечер при зажженных свечах. Нырните в бассейн, или океан, или реку, или море. Или ванну примите, в конце концов. Посадите семена укропа или прогуляйтесь в лесу. Заберитесь на мост и подставьте лицо ветру. Вот все эти действия можно выполнить, не выходя из дома. Просто примите ванную с морской солью. Ванна – это вода, соль – это земля. Зажгите свечи в ванной. Можете воспользоваться еще каким-нибудь ароматическим маслом эфирным для аромата, и включите, может быть, вентилятор в ванной, если он у вас есть, и это сработает. Это точно такой же ритуал, то есть не нужно никуда даже из дома выходить, если вы не планируете и у вас совершенно нет сил для того, чтобы где-нибудь в лесу погулять или поплавать в море или бассейне. Что обрадует? Вы снова полны сил и добрых намерений, теперь вы знаете, где их генерируют. И у вас пожизненный безлимитный абонемент на использование этого генератора. Вот где генерируется энергия в четырех стихиях. Для тех, кто выбрал двоечку, на сегодня досталась очень интересная карта, я ее называю VIP-клуб. А на самом деле эта карта называется «Общество в сливках». Что будет? Вы станете членом особого клуба. Ваш пропуск «Цвет нации» и «Орден высшего благородства» уже лежат в красивой коробочке с ленточкой и ждут, когда вы заберете их на радость себе и семье. Что делать? Надо держать планку и не уронить себя лицом в грязь. Иначе орден могут и отозвать. Проверьте, нет ли у вас каких-либо вредных привычек, способных обескультурить ваш образ и уронить в глазах окружающих. Оцените ваше истинное достоинство. То есть сегодня нужно очень внимательно следить за своим поведением, за своими словами, за своим имиджем, за своим внешним видом, в конце концов. От этого будет очень многое зависеть в перспективе. Что обрадует? За благородный отказ от ордена высшего благородства вам выдали знак высочайшего благородства. Ваши манеры и стиль поведения послужили эталоном для других. А уж упрекнуть ваш имидж просто невозможно. Ну, такая интересная карта. Сегодня обязательно нужно следить за своим поведением. Обязательно. Для троечек достался капитан Титаника, наш любимый. И эта карта называется «Спокойствие сильных». Что будет? Вам предстоит непростое для вас, но очень многообещающее событие. Вы обязательно выйдете из него победителем. Но вам придется преодолеть ваш ужасный страх. А может быть, даже и не один. Вообще вам что-то придется преодолевать сегодня. Что же делать? Чтобы из ужас сделать праздник, устройте своим страхом западню. Возьмите лист бумаги и нарисуйте. Ну или опишите в словах,
во всех кошмарных подробностях, обсмакуйте все трагические детали, которые вы можете только себе вообразить о вашем страхе. И когда дело будет сделано, а просто порвите эту бумагу или сожгите ее. Пустите по ветру или спустите в унитаз, куда хотите. Все, страха больше нет. Какие страхи? Или посмейтесь, в конце концов, над тем, что вы описали, потому что, ну, это просто абсурд какой-то, да? Что же вас обрадует? Даже готовясь к предстоящему испытанию, вы уже будете чувствовать себя победителем. А уж когда с честью и достоинством выйдете из него, лавры и фанфары, и главный приз в студию не заставят себя ждать. То есть вы в любом случае победитель при любых обстоятельствах. И это радует. Ну что ж, друзья, надеюсь, что выпавшие на сегодня нам карты сработают по самым оптимистичным их значениям, что вы прислушаетесь к выданным рекомендациям, и они у вас сработают на ура. И я надеюсь, что вы поддержите этот проект лайками и комментариями. А я с вами не прощаюсь. Надеюсь, встретимся завтра. Пока-пока! Thank you.